Всем привет, с вами я, Верхан, сегодня будем играть в Майнкрафт. Воу-воу-воу, ё-моё, я... Очень громко мне. Ладно. Начинаем. Да. Очередная запись не... Ну ладно, вам не будет интересно. И я поставлю на паузу. Раз, два, три. Итак, я продолжаю. Дорогой Марио, приходи на нашу вечеринку в замке и спеку торт. Твоя Пич. Быстрее. Ха-ха-ха. Я заберу... Этот торт и Пич в придачу. И поехал с ней. Автоматический пик. Грибок, ты ему что он тебе дал? Ты понять, что ли, не можешь? Что, даже это не... Блин. Там было... Давай. Загрузка что-то долгая. Вот, наконец-то. Вау. О нет, о нет, о нет. Атакуй. Да что тебе? И главное здание превратилось в какой-то шалаш. Какой кошмар! Баузер похитил принцессу Пич. Кроме того, он разрушил замок, и все туады убежали. Что делать? Давай быстрее.
и кто не знает, это игра в Супер Марио. Ура. Загрузка. Раз. Чуть не упал. Вау. Давай, у меня только была минута. Ух ты ж. Пройдем. Девять секунд осталось. Бадр, ты кухню пропылесосил? Да. Вот билет, с которым ты можешь играть. Пролистуадами. Выигрывай роли с туадами и верный туаду. Роли. Зайду в роли дровосек. Ага, ага, ага. Сейчас тебе пройдем изи. Что? Подожди. Я вас сейчас поставлю на паузу, и вы продолжение увидите сейчас. Раз, два. Все, я продолжаю. Вот результат. Охренеть! Поздравляю! Туады, которые
поддерживали тебя, решили присоединиться к твоему королевству. Красных 13, уху! Новинка. Далее. Что там у нас? К тебе присоединился Ады. Здорово. С такими друзьями ты быстро восстановишь свое королевство. Создание. Королевство может получить, размещать и двигать элементы. Сначала получи элементы в магазине. Собранные монеты можно менять на элементы. Для начала давай возьмем дом. Бонусной игры. Конечно. Куда же положить? Вот сюда, например. Элементы, реагирующие на касание. Попробуй коснуться дома бонусной игры. Сначала собери 50 красных туадов и 50 синих туадов, чтобы посмотреть дом синего Йоши. Если пройти дом персонажа во все миры, но Ном, Туре и Рали, с туадами будешь больше игровых персонажей. Я поставлю на паузу и вернусь через несколько секунд. Раз, два. Вот я и продолжаю. Что это подарки? Зеленая труба. Это что ты хочешь? Уведомление. Все равно будет долго держаться. Давайте еще раз попробуем. В кого же? Диего. Алис с туадами. Загрузка. А
ухо. Да чтоб тебе! Жди. Да что с тобой, Марио? Мами. Ох, да чтоб тебе! Конец. Кто выиграл? Наверное, я. Хоть бы ты. Несколько раз в одном месте. Вау. Блин. Сколько? Тебе 0. Да, мы все примемся на вас. Победа! Сменить соперника. Я хочу еще раз поиграть. Н. О, Ти поиграю с Ти. Ралли с туадами. Загрузка. Оп. Ой, сейчас смотри. Ты можешь дождаться хотя бы 3 секунд? Я не могу остановить этого, Марио. Ну, наконец-то. Чё, как выиграл? Выиграл. Тебе сколько? 129. Что? 129. Ну охренеть. Такая. Осталось только 2, но ладно, в королевство пойду. Далее. Чё? О, у меня 2-й уровень.
идет акция. Что там с друзьями? Добро пожаловать в список друзей. Здесь можно участвовать с друзьями в состоянии дружеский забег. Добавь друзей, чтобы было с кем состязаться. Друзей можно приглашать. Ох ты, блин. Рано. Ну ладно, в тур. По крайней мере, не верил мне в... О, пещеры. Ненавижу. Почему? Стену под землей. Прыжки об стену под землей. Хотя это весело. Ахо! А ты посиди. Та-та-та. Это же круто, наверное, да? Аху, всех сбью! Аху! Да чтоб себя! Ах ты ж! Транс, собака! О! Попал! Столько денег, охренеть! Офигеть! Охренеть. Просто. Ой, блин. Можно. Охренеть можно. Охренеть можно. Охренеть. Все. Ноль пузырей. Фак. Повторить давай. Давай, повторить. Пикачу, ты Пикачу. Ты реально нуб. Столько монет. 1004. Пузыря. Пузыря-то это что такое? Что творится? Давай. Фух! Ты что, выбираешься из пещеры, да? Я карликом выбрался. Окей. Пропустить. Далее. Теперь третий. Самый сложный для меня. Я его раньше никак не смог. Фак. Ну ладно, попробуем. Но это, конечно, фигово. Да чтоб тебя, как? Что эти ангелы? Я сейчас поставлю на паузу и игру и снимку. Раз, два, три.